Не, если громко, серьезно. Так, стоп. Раз, два, три. Настроение. Вот. Ну ты их переплюнул. Ну, подожди. Раз, два, три. Вот, отлично. Начинаем награждение. Так. Где мои зайцы? Так. Так. Пойдем. Так. Итак, часть первая. Часть первая, собственно, от организаторов других фестивалей. Итак, первый у нас, господа, это и члены жюри. Так, дайте я отдам Джуну. Добрый вечер. Мы, помимо жюри, представляем сегодня еще фестиваль Унино Йоро, который... даты, есть договоренность с этим же залом, пройдет он у нас 13-14 октября 2018 года. Заявки мы начнем принимать в начале лета уже. Мы ждем, да, так что ждем вас всех, у нас все налажено. Вот. И у нас еще одна новость. Да, у нас еще одна новость. Надеюсь, она вас порадует. Все мы знаем, что Унино Йоро — это ночь демонов. За каждой самой темной ночью всегда приходит утро и рассвет. И в этом году мы хотим провести еще одно мероприятие, которое будет называться «Утро года». Это косплей-бал, на который мы все вас тоже очень ждем. Лисички приготовили много интересного. 24 марта. Прием заявок открыт. Вообще мы хотели сказать большое спасибо в первую очередь участникам мероприятия и зрительному залу, потому что без вас, естественно, этого мероприятия просто не было. Большое спасибо организаторам за то, что они все это устраивают каждый год. И мы хотели бы вручить наш спецприз. Он традиционно у нас из японских вещей. Сегодня мы опять дарим японское кимоно, ну и там некоторые дополнительные вещи. И наш призер Кахакурю с косплеем Бадакан. Поздравляем. Поздравляем. Делайте. Побеждайте. Благодарим организаторов Унино Йоро. Так, следующими у нас спецприз от фестиваля вручают организаторы фестиваля АЭ. Иди сюда. Просим на сцену. Добрый всем вечер. Я бы хотела поблагодарить в первую очередь организаторов этого чудесного фестиваля, который проводится не первый год, и который радует всех нас и приносит такие моменты радости и счастья всем нам, сегодня собравшимся здесь. Пожалуйста, поаплодируйте им очень сильно. А также мы, как организаторы фестиваля АЕ в городе Кирове, хотим пригласить вас в конце августа к нам на фестиваль молодежных увлечений со своими прекрасными костюмами, номерами. И сейчас мы хотим вручить приз одному из участников студенческой программы Дихле-одиночнику. Это косплеер Лисхен, Москва, она делала Эльзу. Костюм просто потрясающий, и он очень вдохновил. Пожалуйста, поднимайтесь. Спасибо за много. Красота, красота! Всем спасибо! Так, ну, у нас получилось так, что организаторы одного мероприятия уехали, поэтому мы подающие... Мы все равно вручим. Ну, нет, конечно, если вас тут нет, ну, мы соберем семью. Ну, мелочи, жизнь. Так вот, жирно не будет. Ну, я позавтракаю. За вчера. Так вот, фестиваль, который мы сейчас представляем, это Миканно Юки. Я думаю, все слышали. Так вот, фестиваль пройдет 4-5 августа. Собственно,
собственно, у нас два спецприза от данных прекрасных товарищей. Начни, моя дорогая. Спецприз Микану Юки в рамках фестиваля «Аниматрикс» награждает SF Visit Москва за ранее «Доктор Филгуд». Это кей-поп, если я правильно? Да, это кей-поп. Где это зайчики? Тихо. Не снеси настолько. А то она упадет, я ее ловить буду еще. Поздравляем. Поздравляем. Получаем. Второй спецприз от фестиваля Микан но Юки в рамках фестиваля «Аниматрикс» награждает Вольха Шира Москва за «Анонжи». Кока Курчо и Цумады. Духи птиц. О, идут. Тихо, я так себе тортик хотела забрать. Ой. Ну, тортик будешь кушать сама. Держи, раз. Да. Поздравляем, конечно. Поздравляем. Спасибо. Так, дальше. У нас идут это подарки от членов жюри, которые организаторы фестиваля. Да иди ты сюда, длинный человек, а! Я про него. Спасибо. Добрый вечер, дорогие посетители «Аниматрикс 2018». Спецприз от косплей-феста, пати-феста «Косплей Раш» мы хотим вручить, соответственно, 10 марта. Мы вас всех ждем на нашем косплей Раше в клубе Моноклаб, как всегда, 19-е мероприятие наше уже. Наш лапор. Овации. Спецприз от косплей Раша мы хотим вручить Самурай Варёш 4, Домена. Вначале, так, забери. Так, а теперь, вы знаете, о чем это. Вы знаете, что значат эти пакетики? Вы же знаете, что значат эти пакетики? Что мы наконец-то переходим к основным призам. Какая догадливость такого ведущего почему-то. Вообще смекалистый. Так, ладно, я начну с спецприза от оргкомитета. Угадайте, какому прекрасному мужчину, который завел весь зал, отдается данный приз. Хомяк! Где ты, родной? Ведьмак ты наш, Золтан. Где? Не, как хочет, я себе заберу, потом подумаем, где искать. Нам больше достанется. Нет, так нет. Дошел. Так, следующий. Ребят, кто следующий? А, там у нас зайку нашу отпусти к нам. Иди ко мне. Вот. Вот. Господа, в номинации кукольный фотогосплей Фри, Кондор, Калуга. Аплодисменты! Кондор, скажи, что ты здесь, пожалуйста. Нет. Ее нету, но подарок будет доставлен по назначению. Ну хорошо, значит, ждем адресата. Солнце, давай. Все прекрасно, все замечательно, все преотлично. Пошли на серединку сцены, сейчас красиво встанем. Продолжаем. Красиво встать, да? Раз. В номинации «Крафт» Renovation Online Клэр Фэй, Оксана Макрушина, Москва. Кто забирает? Подходи ближе. Еще. Хорошо, забирай. Ура, похлопаем
похлопаем. Продолжаем. А дальше у нас косплей фотоарт. Давай, Гангуцу. Гангуцу, Хайде, Теблин, Светлана Март, Макс Тоби, Мурманск, Москва. Больше аплодисменты, почему так тихо, они победили. Miraculous. Let's adventure the ladybug and chat new year. За секунду до поцелуя. Псих, дверь. Что, тоже никого нет, да? Когда рамы в глаза, так тяжело смотреть, когда кто-то выходит или не выходит. Давай сделаем два шага вперед. Никого нет? И давай еще один. Ой, кто-то бежит, да. Кто-то бежит, я вижу, кто-то бежит. Вы же к нам, да? Скажите, что к нам, пожалуйста. А, нет, не к нам. Ну, в общем, эти замечательные люди получают сертификат, грамоту и много всяческих подарочков. Много раз приятных подарков. Да. Следующий. Следующий. Так. Оп, ничего страшного. Прошу. Какая? А, ушел? Да? И снова здравствуйте. Я неожиданно буду вручать приз за лучшую сценку. У нас выбор призов, он так попадается в пакеты. И приз за лучшую сценку получает команда Юмана Юкида за сценку «Версия есть тело, это дело». Нет, да, не уехали обратно домой, я полагаю. Ну, хорошо. Мы им все передадим. Так, отдавай наши красавицы. Так. Так, это у меня, ух ты, мини-сценки. Мини-сценка. Ух! Угадайте, по какому фандому у меня их дай посмотри, посмотри. Ой, ну это же было логично. Мини-сценка. League of Legends. Shine it up. Wild Magic, Казбен Элистара. Ну, давайте активнее похлопаем, что ли. Трупная живая! Мы понимаем, что вы все устали. Давайте порадуемся. Что? У меня много чего, давайте сначала. Ну ладно, у меня... Ой, оброночка. Кавер танца. Не пошла. Ух ты. Так, кавер танец. Red Velvet. Пикабу. Wild Night. Дарт Инкогнито, Макс, Тоби, Вильнюс, Москва. Спасибо, очень ждем.
нам идут. Хлопаем, 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 ребят! Love Life, Школа Идол, Неджика. Саратов, номинация. Дефиле по рисованным источникам. Ну давайте похлопаем, раз никто не пришел. Так, следующие товарищи. Дефиле стрит фэшн. Raven Skill, Виктория Химе. Сколько аплодисментов есть? Ура! Видимо, я слишком тихо сказала, и настолько тихо, что я... молодец. Есть такой маленький момент. Дай мне секунду, я сейчас просто объясню победителям. Капитане. Ай, взяла. Короче говоря, у вас с дипломами будут вот такие вот сертификатики. Бумажечки. Хорошие сертификатики. В течение 3 дней оргкомитет свяжется с вами, чтобы вы смогли вот это вот превратить вот в это вот. Вы меня поняли? И сможете потратить на следующий таки косплей. Вы меня поняли? А где звуки радости? Вот, здесь я вижу. А теперь объявляем вот этих двоих. А где все остальные? Сейчас будут. Отлично, динамичный выход. Итак, номинация «Спортивная постановка». А, тогда... Да ладно, ладно. Да... Ладно, ладно, хотя бы одного-то я объявлю. Итак, спортивная постановка. Гамельнские крысоловы, приятные люди, Москва. Прекрасные птицы, тесту чешуйки лета.
номинации «Лучшее дефиле». Боку на Хиро Академия. Мидория Идзуку, Бакуго Окацуки, Курама Асян. Леонардо, Москва. Бежим, 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 бежим. Вот так хорошо, да, и наши зрители. И в номинации «Лучшая работа онлайн» побеждает Dragon Age 2, Фенрис, Делиан Грин. Москва, аплодисменты! Подойди, пожалуйста, за сцену, он там. Очень нужен, ну крайне очень. А ты уверен, что он здесь? Я а куда он денется? Он там выбегал. Да он денется с свободной лодки Байконура. Хоть это и космолог. Ладно. Так, лучшая караоке. Увидел кожаные штаны. Наруто Шипуда. Элли, Карена Кокеру, Лина Элли. Поздравляем! Да. Мы серьезно. Поздравляем. Так, следующая номинация. Сейчас вы поймете без меня, поскольку вот там вот был вопль. Скажи номинацию, я все включу, все пойму. Итак, номинация «Лучшая постановка». А кто был в этом, в кавер-дэнсе? А можно что-нибудь так? Так, стоп. А ладно, сейчас. У меня тут есть еще один спецприз. А! Че, подождите. Я лучше остановлюсь на... Так, молчи. Молчу. Так, люди все здесь, хорошо. Так, спецприз. По
тематике данного мероприятия. Такая была миленькая, такая лапочка, такая очаровашечка, что ж дух захватывало. Да. Так вот, эта очаровашечка, как на камере, Sweet Yuki, Kobayashi Sam Chi No Made Dragon. Ну вот так. У нас что-нибудь еще осталось? Так, а теперь я... Ой, да ладно, вы что-нибудь. Не, ну нормально же общались. Мы пролонгировали. Не, ну что вы начинаете, нормально же общались. Так, давайте проведем последнюю проверку. Тихо-тихо-тихо, иди. Давай. Хочу веселенькое, давайте что-нибудь веселенькое. Я ранее... Угадайте, что я несу. Гран-при. Как раз подходит. Да, сегодня шоу-программа неожиданностей, помимо того, что у нас в Инстаграме было показано, как выглядит один из главфоргов. У нас на сцену наконец-то мы вывели одного из других главфоргов. Так вот, отдай сюда полпакета, мне нужно косплеера назвать. Спасибо. Держи на такой громко. Не, главное не урони, а то я тебя прибью случайно. Так вот, гран-при. Вы ни за что не поверите, но это было настолько красиво, настолько прекрасно, настолько зимним и настолько замороженным, что All of Frozen Adventure, Эльза, Лискин, Москва! Поздравляю! Так, куда пошел на то? На то, кто это всего тебе? А ты убегать собралась, а? Не, ну я так не играю. Так. Аригато гадзаймаш тафу. Соответственно, всем. Ты какая она у нас миленькая. Поздравляем еще раз! Поздравляем! Так вот. Аригато гадзаймаш тафу. За то, что вы сегодня весь день были с нами. Погоди, самое важное забыли. Да. Ой, кстати, самое важное. Так, ребят, я, конечно, знаю, что вы это терпеть не можете, но волонтеры сцены. Кураторы сцены. Так, все на сцену. А ну-ка, весь задний план, который не палится, но делает всю работу. Воу сюда. Вообще, погнали. Ребята, выходим. И музыку можно погромче. Давай. Я вас верю. А еще мы хотим... Вы старались прекрасно, и я вас за это безумно люблю. Так вот, именно им сегодня все обязаны, где-то, что у нас нет никаких проблем. А ты куда намылилась? А я думала... Мы еще не закончили. А, самое важное забыли. Мы благодарим всех, кто сегодня пришел на наш фестиваль. Сейчас, секунду. Подождите, случилось невероятное. Так, иди сюда, маленький. Иди сюда, хорошенький главфург фестиваля. Мы тебя не обидим. Вы меня уже обидели сюда. Он вечно тыкается от всех и не показывается никому. Он делает вид, что... Ути, господи. Короче говоря, знакомьтесь, Тацу. Главфург фестиваля, который ныкается ото всех, называется так, ото всех и работает по полной программе. Фестивали, одного из них. Ну да, ты не смотри на меня такими глазами забитого кота. Подожди. Уноси. Так вот, мы его вам показали. Спустя столько бандексов, спустя. Так, у меня уже патология пошла. Так вот, пора закругляться. Во-первых, пора закругляться. Спасибо большое вам, поскольку именно благодаря вам сегодня было такое прекрасное мероприятие. Можно поаплодировать самим себе.
Ух ты ж, у меня забрали ведущую, прекрасно. Понимаешь, когда учик... Кто меня приветствует? А, реклама? Я уже думала, Яндекс.Такси меня домой забирает. Так вот, так, пока у меня ее украли, мне придется с вами поболтать, и вам придется еще не уходить. Знаю, что мы вас уже сегодня капитально достали. Так, мне вернуть ведущую или как? Понятно. Так вот, ладно, закончу тогда я. От вида Японии, русской, уже полностью русифицированной Японии. Всем огромное спасибо. Всем огромный низкий поклон. И увидимся на аниме. Погодите! А, стоп, что? Я ну только нормально, ну, чё нормально. Такое? Ты прощаешься, я тоже хочу прощаться. А, окей. И увидимся со всеми на Аниматриксе 2019 года. Ну, такое. Ну, я тоже прощаюсь с вами, замечательная публика. Надеюсь, мы с вами увидимся. Пока-пока!